Опа, ляпс. Ну что, погнали? Ну, у меня только сверху, вот видите, будет срезан экран, потому что, ну, типа, когда я захожу на какие-то сайты, я обычно ссылки не палю. Да? Нормально! И так сойдет. Ну, погнали, сейчас смотрим. Слава, что ты сделал? Давайте, давайте, друзьяшки, все двигаемся прямо сейчас. Те, кто на стриме, dance. Тем временем хайповоз летит. Ха. Бля, Азиз максимально милый с этим котиком. Азиз же его зовут, да, его охранника. Блин, на самом деле котик зарешал клип. Если бы не котик, то, блин, вообще клипа бы не было. Так, я сейчас, знаете, что сделаю еще? Где у меня подписки летят? Дайте-ка я их куда-нибудь вот под собой вот так, хоп. И погнали. Я так понял, что они в одной и той же локации снимали, где пососи. Блин, а это знаете, что мне напоминает эти кадры? Это хороший кадр, где он плюнул в камеру. Вот это мне сразу напоминает. Помните, мы смотрели на стриме конст Трэвис Скотта в Фортнайте? Да, мне эта штука напоминает. На самом деле прикольный эффект. Я в клипах каких-то только старых клипах Эминема, по-моему, такую помню фишку. Мне вот эта тема типа зашла в клипе. Это прикольно. Ай-яй-яй, ноготочки-то покрасил, красавец, красавец. Мне пиздец, как нравится вот этот значок сверху в небе Плейбоя. Типа, прикольно, что типа а-ля как, помните, как в каждой части Бэтмена, когда его вызывали, прожектором светили, это крутая хрень. Чуть больше 20. Ж хороший переходит. По-моему, это мой чел мутировал или нет? Тоже прикольная штука с прожектором. Хотя, это прожектор мне интересно, или это они на графике сделали? Я думаю, что это графика. А, нет, прожектор, да, на нем сверкнуло только что. Вот это пиздец, да, вот это хорошо. Ворвался хорошо, Элджей. А тем временем хайповоз с четвертого левела полетел. И вот, ребятки, вот эти слова, и, типа, если ты не заходишь на текст, очень сложно разобрать даже мне, хотя я, типа, шарю всегда в тексте. Ну, что-то там про коронавирус. Твоя подружка дрочит на мой спорткар клуба. Хайповоз летит! Четвертый уровень, ребятки, это наш рекорд. Больше ничего не... Это же хороший кадр. Где он бабками качается. Бля, бит пиздец. Эй. Ну, что могу сказать, ребятки, по поводу клипа? На самом деле, я не могу, типа... Ну, объективно это судить.
как говорится, потому что Морген мой друг, и сложно как-то, ну, типа, своего кента как-то так вот там что-то говорить по клипу, что тебе не нравится и так далее. Я считаю, что хорошая работа. Я видел, что писали в комментариях, что, типа, ждали большего и так далее, но, камон, ребят, вы должны понимать, что, типа, у каждого клипа есть всегда своя стилистика отдельная. Не всегда это, ну, должна быть съемка, которая вам кажется, что какая-то суперкачественная и так далее. Пятый левел хайповоза летит? Да, да, ты куда полетел, дядя? Куда ты летишь, этот танчик? Вот, и, короче, типа, хорошая работа, я считаю, да, хорошая работа. Есть моменты, которые, типа, мне кажется, можно было бы сделать лучше, да, и, типа, над клипом, типа, больше заморочиться, но я считаю, что пацаны сделали прикольную и неочевидную работу. То есть я думаю, что то, что люди ждали, они, типа, сделали другое, и это тоже хорошо. Поэтому, ребята, только поздравим с этим, с, так скажем, с премьерой и с хорошим качественным треком.